В соответствии с комплексным планом подготовки и проведения основных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Департамент здравоохранения возлагаются следующие мероприятия. Проведение следующих мероприятий. Первое – это проведение диспансеризации участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также супругов погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Великой Отечественной войны. Обеспечение медицинского сопровождения праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы. Капитальный ремонт лифтовых шахт и замена лифтов в госпитале для ветеранов войн, как одно из мероприятий, и приобретение медицинского оборудования в госпитале для ветеранов войн. Значит, что на данный момент сделано? Значит, за период 2014 года, план подготовки празднования, осмотрено 5485 участников Великой Отечественной войны, в том числе на дому осмотрено 1932. Значит, по результатам диспансеризации организованы необходимые профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия. Пролечено в амбулаторных поликлинических условиях 4271 человек, в стационарных условиях 840 человек, санаторно-курортное лечение получили 104 человека, в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн пролечено 916 человек, участников Великой Отечественной войны, в том числе в амбулаторных условиях 542, в стационаре 374. Значит, в 2015 году работа по диспансеризации продолжена. За текущий период 2015 года осмотрено 1809 человек, пролечено в госпитале для ветеранов войн 152 человека. На сегодня заключены контракты по приобретению флюорографа. Сегодня на этой неделе состоится аукцион по приобретению эндоскопического оборудования и лифтового оборудования. Оборудование медицинского назначения до празднования Победы будет поставлено в госпиталь для ветеранов войн.